Здравствуйте! В сегодняшнем коротком обзоре я хочу показать вам два кольца, которые выставлены на продажу. Поскольку их наверняка купят, я хочу вам их показать еще до того, как они исчезнут из моей коллекции. Кольца совершенно разные по стилю, объединяет их то, что вставлены в них топазы. В первом случае это топазы оранжевого цвета, во втором случае это черные топазы. Кольцо очень благородное, довольно современного дизайна. Черные топазы очень играют на свету, как на электрическом, так и на солнечном. Вот так выглядит тыльная сторона кольца. Как вы видите, очень аккуратно все сделано, очень красиво. Восьмой размер. Второе кольцо в стиле арт-деко. Это начало 20 века, я бы сказала. Я имею в виду стиль, кольцо новое. Топазы оранжевого цвета и марказиты. Марказиты – это вставки пирита, которые переливаются за счет своего гранения. Вот такое кольцо. Вот так оно выглядит с внутренней стороны. Это также восьмой размер. На этом все. Большое спасибо за внимание. Кого интересует возможность купить эти кольца, напишите мне в комментариях. До следующего видео.